Сложная финансовая ситуация ⁇ это основная проблема многих команд. Она решается путем обращения в SportprintM. Здравствуйте, дорогие друзья! Компания в спорте .ру и Северная Лига ЛФЛ. Рада приветствовать вас на стадионе на Флотской улице, где уже буквально минуту назад начался центральный поединок 27-го тура э, дивизиона 3А, в котором сегодня сражаются Дубль Легиона и Экспресс. Два коллектива, которые соперничают за медали первенства. Команда Александра Седова и Сергея Миронова до начала этого уикенда и прямо сейчас располагается на второй строчке турнирной таблицы. Экспресс отстает на два зачетных балла. Напомню, что по итогам нынешнего сезона новое введение в регламенте. Сразу четыре команды будут пробовать свои силы в сражении. С такового турнира, естественно, дубль легиона в этой самой борьбе участвовать не будет. Ну а за медали поборются все команды, располагающиеся с места с первого по шестого. Главный арбитр встречи Андрей Нюхарев уже дал свисток, возвещающий о старте поединка. Давайте быстренько пробежимся по стартовым составам играющих команд. Тем более, что матч начался достаточно бодро. Команды с первых минут решили попробовать поискать пути к воротам друг друга. Понятное дело, что располагающийся выше в таблице Легиона сегодня будет считаться в этом поединке фаворитом. Но напомню, что в матче первого круга. Экспресс добился минимальной победы со счетом 2-1. Итак, стартовые восьмерки. Начинаем мы по традиции состава номинальных гостей. Футбольный клуб Экспресса в традиционных домашних футболках такого цвета хаки армейской расцветки. Александр. Корнев номер один защищает ворота экспресса. Алексей Лукашов третий в центре обороны. Андрей Ларионов одиннадцатый справа. Слева Роман Асфандияров двенадцатый. Алексей Шамыгин, капитан команды тридцать третий в центре полузащиты. По краям ему помогать будут Никита Полетаев сорок четвертый и Иван Андросов девяносто первый. Юрий Образцов шестьдесят девятый на острие атаки у экспресса с первых минут. Дубль легиона в красно Синих, наверное, все-таки правильнее сказать, цветах сегодняшний матч э, свой проводит. Денис Коробков, 46-й, защищает ворота легионеров. Максим Белокрылов, 94-й, в центре обороны. Сергей Миронов, 2-й, справа, слева. Дмитрий Неруков, 22-й. Дмитрий Ефремов, 5-й, в опорной зоне. Павел Андрианов, 69-й. И Денис Бычков, 10-й, на острие атаки. Александр Седов, 17-й, номер капитан команды. Хорошие составы сегодня у обеих коллективов. В Легион... Это... Легиона это касается в первую очередь. Сразу несколько футболистов сегодня на поле, которые регулярно получают практику в играх за основу, но предопределяя последующие вопросы, скажем, наверное, что эти футболисты почти всегда получают практику и в клубном дубле, являются незаменимой частью команды, в частности, Александр Седов, человек, который действительно болеет а, футболом, болеет легионом, а, старается проводить как можно больше матчей а, за а, один уикенд. А, понятное дело, что он игру против принципиального соперника, принципиального не с точки зрения каких-то исторических событий, а с точки зрения именно турнирных раскладов, он пропустить этот матч не мог. Денис Бычков, Дмитрий Ефремов, все это футболисты, а, которые постоянно помогают клубному дублю, проводят огромное количество Матчи, ну и, конечно же, Сергей Миронов, наставник дубля, сегодня также на поле. У экспресса есть потери, в частности, приходится Алексею Лукашову сегодня безальтернативно действовать на позиции центрального защитника, но самые главные действующие лица они сегодня на поле. Это и Иван Андросов, и Алексей Шамыгин, и Юрий Образцов. Все это ударная тройка футболистов. Экспресса. Они сегодня готовы терзать оборону Легиона и добывать столь нужные для дальнейшей борьбы за повышение в классе очки. Напомню, что Гефест в дивизионе лидирует за явным преимуществом у, у античных в копилке 72 набранных балла. У ближайшего преследователя, коим является как раз таки дубль легиона, 57 очков. Ровно столько же в копилке и у керамики. У экспресса 55, у энтернформ 54 и кредитный отдел 52. Все эти команды э, с большой долей вероятностью будут по итогам сезона Участвовать в стыковом турнире, соперничать сначала за право решающего матча с командами дивизиона 3D, затем со второй лигой. У восточного Дигунина достаточно солидное отставание сейчас в таблице. Но, как раз-таки, дегунинцы в этом туре будут играть с кредитным отделом. И от результата этого матча будет очень многое зависеть в дальнейших перспективах, как раз-таки. Андердога. Но мы вернемся к нашему противостоянию, позади уже почти 7 минут, Легион дубль экспресс, счет 0-0, Легион на старте поединка владеет преимуществом, несколько моментов уже таких подходов создал, а вот и ответ экспресса, вступает в игру Денис Коробков и выручает свою команду в не самой простой ситуации, скажем прямо и не в голевой, но тем не менее сложился здорово и отразил удар, летящий в нижний угол. Угловой подают экспресс, подача, здесь легионеры выигрывают воздух, нужно разряжать обстановку, но вместо этого небольшую свечу зажег Максим Белокрылов, впрочем, свою же по марку сам же исправил. Шамагенна, неточная передача, под прессингом не удалось обыграться с партнером капитану экспресса. И мяч ушел на удар от ворот. Разыгрывает мяч легионеры. Хорошая атака. Денис Бычков опустился Поближе к своим воротам получил передачу и протащил мяч прямо до чужой штрафной. Получает передачу от Павла Андрианова из за боковой, но затем уже завозился с мячом. И в итоге его обокрали, еще потом и правила нарушал э, Денис. Но мяч остается у Экспресса, можно свою контратаку развивать. И здесь по ногам достается Юрию Образцову, который по эпизоду оказался на фланге разыгрывают мяч футболисты «Экспресса» и буквально дарят снаряд сопернику. Такое чувство вот по первым минутам складывается, что номинальные гости сегодня согласны на игру вторым номером на контратаках. К сожалению, не было у меня возможности посмотреть за игрой этих двух коллективов в первом Круге, когда Экспресс добился победы со счетом 2-1, но там на самом деле и состав легионеров был чуть слабее, потому как буквально одновременно Легион Дубль и Основа проводили свои матчи в 10-50. Начинался поединок дублирующего состава против Экспресса, и здесь, как я уже говорил, Легионеры уступили 2-1 на гол Алана Кокоева, «Экспресс» ответил мячами Ларионова и Асфандиярова. Ну а «Основа» в этот день проводил важнейший поединок против «Энергомаша», добилась победы и сделала важнейший шаг на пути к попаданию в первую восьмерку высшего дивизиона. Здесь мяч покидает пределы поля от Дмитрия Ефремова. Шамыгин в обороне отработал и удачно выбил мяч прямо в корпус своего оппонента. Не самые высокие скорости на старте. Команды, не сказать, чтобы побаиваться друг друга, но уважительно относятся, не хотят раскрываться, не хотят получать вот такие атаки на свои ворота. И как сейчас не забивает Экспресс, это... Первый по-настоящему голевейший шанс в противостоянии. Но, откровенно говоря, сейчас повезло Денису Коробкову, что Юрий Образцов не сумел попасть в створ. Момент был убойнейший. Передачи из глубины потеряли защитники образцова. Тот пробивал с разворота. Да, не самая э, легкая позиция была для атаки, но тем не менее, Форад такого уровня обязан такие моменты в таком противостоянии решать. Посмотрим, чем ответит Легион. Бычков сохраняет владение мячом, а отыгрывается с защитниками. Ефремов получает мяч, играет еще левее Неруков. Центр передачи напрашивается, но не рискует пока. Дмитрий Неруков предпочитает через оборону сыграть. Белокрылов, вертикальная передача. В штрафную доходит мяч до Павла Андрянова. Но вот сам Павел пока в не самых оптимальных кондициях находится. Длительный перерыв в выступлениях за Легион у него был. И если физические кондиции, физическую форму еще удавалось поддерживать, то вот игровые связи с партнерами все-таки за это же время подрастерялись и пока приходится Работать в разы больше Павлу Андрианову, чем, например, даже полсезона назад. Вот сейчас с мячом Андрианов движется вперед, а бьет с правой ноги в обвод на исполнение. Александр Корнев, по-моему, там все контролировал, но достаточно опасно выглядело. Здесь еще и слева был вариант продолжения атаки с Денисом Бычковым. Но вот за счет партнера как раз таки и сыграл полузащитник легиона АЭКСпресс забивает. Вот так вот внешний неброска разжались номинальные гости в контратаке и очередной дальний выстрел на этот раз достиг цели рикошетом от перекладины. Не удалось как следует выпрыгнуть. Коробкова, чтобы этот выстрел отразить. Но Юрий Образцов исправляется за свой промах и забивает очередной гол в нынешнем сезоне. Это его 15-й мяч и, наверное, пока один из самых важных. На 13-й минуте состоялось это взятие ворот. К слову образцов сразу же после гола попросил замену. Возможно, подышать, набраться сил. На острие атаки у нас сейчас действует номинальный защитник Анатолий Наносов. Ну а пока у нас в обороне Александр Седов отрабатывает. И мяч из-под ноги у Никиты Полетаева. Выбивает. 1-0 повел экспресс. Кто-то может сказать, что вопреки логики игры. Но, тем не менее, несмотря на то, что мячом больше владели легионеры, больше атаковали, все-таки реальный шанс на первых минутах забить был именно у Экспресса. И забитый гол, который, пусть и случился в другом эпизоде, не в том, когда взятие ворот казалось более логичным, все-таки Экспресс в итоге повел. Замены произошли, насколько я понимаю, и у Легиона. Александр Седов опустился в линию полузащиты. Ну а на острие атаки под 29 номером у нас теперь действует Михаил Федосеев. Цветов зарабатывает нарушение правил. В центре поля быстро разыгрывает мяч с партнером Ефремов. И еще один фол. Немного у нас заводятся футболисты. Опять же, понимая накал противостояния. Очки нужны и тем, и другим. Очков. Здесь еще один фол был, но мяч остался. У легионеров Поэтому и свисток промолчал. Бочков пытаются, пытаются легионеры выйти из обороны в атаку через пас. Но вот последовала длинная передача. И здесь опасный момент. Опасный с точки зрения возможной травмы. Но все, слава богу, обошлось и не досталось в этом эпизоде Михаилу Федосееву. Ну а Александр Седову, безусловно, в борьбе с тем же Андреем Ларионовым Достаточно тяжело выигрывать э, верховое единоборство. Впрочем, несколько туров назад э, в игре против э, Сирени. Седов забил как раз-таки со второго этажа. Но вот э, ту игру себе в зачет э, легионеры вряд ли могут занести. В итоге финальный состав арбитра зафиксировал. Мирный итог 3-3. Но вообще Легион уже 11 матчей во внутреннем первенстве не проигрывает. Последнее поражение было от Дубля Европы. Европейцы зашли по ходу первенства в турнир, понимая, что, возможно, не будет хватать игровой практики в высшем дивизионе. Напомню, что сразу два коллектива в нижней половине таблицы снялись по ходу первенства, я имею в виду вышку, конечно же, это Азимут и Энергомаш, и, возможно, руководствуясь вот этим самым фактом, команда Павла Дитловицкого и Станислава Уткина и решила создать клубный дубль, чтобы не терять кондиции, проводить матчи каждую неделю. Но вот, зайдя в турнир, Европа уже навела немало шороху, в частности, обыграла и дубль Легиона, и других претендентов на повышение в классе. Но понятное дело, что вернуться в борьбу за медали европейцам вряд ли удастся. Уж слишком много было упущено по ходу первой части сезона, когда, собственно, дубли Европы еще и не существовало. Еще одна замена у Легиона и Шмуратов появился на поле. А здесь момент. И пробивает после розыгрыша стандарта Дмитрий Ефремов. Попадает в штангу. Мне показалось, что там до мяча Александр Корнев дотянулся. Но вот с моей позиции, видимо, небольшое обман зрения случился. Потому что никто из легионеров в итоге даже и не спорил с назначением удара от ворот. Лакрылов Точная передача на Ефремова. Ждет забегания Нерукова. Дмитрий Ефремов. Но вот передачу не самую лучшую отдает. Но тем не менее, пускает так воротам Андрей Ларионов. Дмитрия Нерукова. И тот проталкивает мяч в домик. Александру Корневу. Еще становится 1-1 на 18-й минуте встречи. Безусловно, ошибка Андрея Ларионова. Он обязан был играть в этом эпизоде. Обязан был не пускать к мячу Нерукова, выбивать мяч, да что угодно. Никоим образом не имел права Неруков до этой передачи добираться. В итоге у нас вновь на табло паритет. 1-1. У Легиона, правда, замена еще одна произошла. Александр Седов отправился отдыхать, немножко прихрамывая. Будем надеяться, что никакой серьезной травмы капитан Легионеров не получил. Тем более, что завтра завтра проводить еще легиону матч основы против очередного гранда северной лиги что касается экспресса то ему тоже предстоит поединок против гранда завтра гранда правда по а, меркам третьего дивизиона здесь еще одна ошибка ларионова бычков не реализует выход один на один может быть стоило попробовать там обыграть голкипера, но тем не менее уже вторую подряд грубейшую ошибку допускает Андрей, Андрей Ларионов. И, наверное, тренерскому штабу экспресса надо реагировать на происходящее на поле. Возможно, поменять Ларионов. Какие-то тактические перестановки все-таки провести стоит. Ну а что касается дубли прошу прощения, основы экспресс, конечно же, дубля у команды попросту не существует, то завтра в рамках Кубка Третьей лиги предстоит Экспрессу матч против Гефеста 2. Но сейчас, безусловно, другое противостояние также немаловажное. Многое сейчас на кону, и у нас на табло ничейный итог по истечению первой третьей игры. 20 минут позади на гол Юрия Образцова. Легион ответил забитым мячом Дмитрия Нерукова по-прежнему преимущество на стороне легионеров больше атакуют позиционно красно-серые хорошая передача вперед Ефремов не удалось обыграть один в один Алексея Лукашева опытный защитник ничего не скажешь немало правда горестных минут было у Лукашева по ходу его карьеры в ЛФЛ много проблем с коленом в частности не раз даже по ходу этого сезона он не мог принимать участие в матчах своей команды. Но вот сказал сегодня, что придется действовать через боль, потому как попросту вариантов в обороне нет. Раннее субботнее время, судя по всему, оказалось не самым удобным для команды Алексея Шамыгина. Выигрывает верховое единоборство у Павла Андрианова Лукашов. А затем, правда, потерял Мяч из обзора. Тот ушел на еще один Корнер. Подача. На этот раз точно э, в руки Александру Корневу. Белокрылов. Вот здесь без труда мяч. Легион себе вновь возвращает. Андрианов. Его встречает Ларионов. Смещается в центр Андрианов. А здесь уже здорово Шамыгин. Отобрал мяч у Андрианова и получил повреждение, Болезненный стык, безусловно. Извиняется перед ним Павел. Но опять же, будем надеяться, что никакой серьезной травмы капитан экспресса не получит. Тоже долго восстанавливался он после одного из своих повреждений. Какое-то время даже защищал ворота, так и хотел помогать своему клубу в любом статусе. Дело это, к, к слову, неплохо. Очень мне запоминались его вводы в игру, когда удавалось Шамыгину рукой перекидывать всю длину поля стадиона на Дубнинской улице, там где вот две половинки у нас присутствуют. Вот от ворот до ворот не ногой, а рукой. Пробрасывал Алексей Шамыгин, начиная атаки своей команды. Но это, правда, было уже достаточно давно. Еще в предыдущую, скажем так, эпоху экспресса. Напомню, что команда начала свое существование в 2012 году в третьей лиге. Несколько сезонов потратила на то, чтобы пробиться во второй дивизион. И вот по итогам сезона 14-15 удалось команде Алексея Шамыгина добиться повышения в классе, но затем уже по ходу первенства во второй лиге команда на время прекратила свое существование. Большая часть игроков по ходу первенства в итоге затем выступала за футбольный клуб «Русич», но вот не сумели футболисты друг без друга, и «Экспресс» возродился, «Экспресс» Вновь борются за повышение в классе и вновь грезят мечтами о втором дивизионе. Ну а вообще изначально футбольный клуб Экспресс образовывался как ответвление от уже несуществующего футбольного клуба Карт Бланш. Также многие футболисты, в частности Алексей Лукашев, Алексей Шамыгин, они выступали за команду Валентина Журова, но затем разногласия случились в коллективе, и в итоге произошло разделение, часть ушла за Шамыгином, какая-то часть осталась, и на ее базе Валентин Журов строил новую команду, в итоге об обе команды выступали во второй лиге, и обе там же прекратили свое существование. Вот только Экспресс. Возродился. Штрафной зарабатывает легионно. Отвлечемся от э, такого маленького экскурса в историю. Хорошая, ударная позиция. Здесь и Павел Андрианов, и Денис Бычков, и Дмитрий Неруков, и Максим Белокрылов. Все это футболисты, которые могут пробить по статичному мячу. Похоже, что Андриана будет пробивать, бьет поверх стенки, но попадает э, в спину Андрея Ларионова. Самого. Высокого футболиста, находящегося в этой стенке. Угловой зарабатывает легионеры за 5 минут до перерыва. Без свиска разыграли мяч красносеры. Уж простите мне такую вольность, несмотря на то, что большинство футболистов играют у нас в синих шортах и черных гетрах. буду называть я команду историческими красно цветами. Еще один момент создают легионеры. На дальней штанге пытался замкнуть подачу Михаил Федосеев, но не удалось ему этого сделать. Хороший розыгрыш корнера. Но вновь без гола в этой ситуации совсем разладилась атакующая игра у команды Алексея Шамыгина. Давно уже не вступал в игру Денис Коробков. По большому счету, вот после забитого гола на 13-й минуте ни одну такую хорошую атаку сходу я вспомнить не могу. В основном атакует исключительно Легион. Легион сравнял счет благодаря прорыву Дмитрия Нерукова. И Легион продолжает владеть мячом даже сейчас. Белокрылов вперед, отыгрывается с Федосиевым. Получил по ногам, но атака продолжается. Удар в ближний угол. Чуть-чуть, как мне показалось, потерял немножко ворота Александр Корнев, поэтому пришлось прыгать в ближний угол, контролируя полет мяча. Не попал в створ, подключившийся к атаке защитник Максим Белокрылов. Ну, атака, очередная атака экспресса завершилась у нас буквально только начавшись. Возвращают мяч легионера своему сопернику. Небольшой Алаверды. Посмотрим, может быть, в этот раз удастся побольше повладеть мячом команде Алексей Шамыгин. У нас тем временем, на самом деле, еще некоторые перестановки номинальных гостей произошли. Роман Асфандияров перебрался на правую бровку, где у нас несколько раз подряд пожарил. Андрей Ларионов, Асфандьяров, начинал матч на позиции левого защитника. Посмотрим, удастся ли ему справляться с атаками соперника на ближней к нам половине. Бычков, Отыгрывается с Белокрыловым, нету вариантов продолжения атаков. атаки впереди, поэтому приходится через центрального защитника играть. Неруков в центре, несколько вариантов продолжения атаки, но все они не самые очевидные, и вот не проходит передача Нерукова на Федосеева. Дальний удар, это уже, наверное, квинтэссенция этой атаки. Не найдя сколь-либо надежного продолжения. Решился на выстрел буквально с центра поля Максим Белокрылов. И в итоге удар отворот И вновь экспресс отдает мяч своему сопернику. Сразу же после ввода мяча из боковой. По отворот разыграли неудачно. К слову, Андрей Ларионов у нас поднялся в линию полузащиты. Здесь нарушение правил. Просит Александр Седов карточку для Асфандиярова. Но пока Андрей Нюхарев из своего кармана желтый прямоугольничек не достает. Не получается с игры шанса стандарта. Золотое правило штрафных и угловых никто не отменял посмотрим, удастся ли легионерам забить гол в так называемую раздевалку. Идет последняя минута первого тайма. И у мяча Денис Бычков. А он катит мяч на Андрианова. Тот простреливает вдоль ворот и разряжает обстановку Алексей Лукашов. Правильную позицию занял центральный защитник Экспресса. Нюхарев тем временем добавляет одну минуту к основному времени первого тайма, которая постепенно уже подходит к концу. Подача, а удар здесь не добрался до мяча Синдаги Марсиаля, появившийся также на поле по ходу первого тайма. Но пока ничем интересным этот темнокожий футболист не запомнился. Пару раз ошибся при приеме мяча. Но вообще Марсиаль известен как достаточно техничный футболист, который любит работать с мячом. Да, иногда мяч этот самый передерживает, но вот пока ему не позволяют футболисты Экспресса на должном уровне работать с снарядом. Вот еще один угловой зарабатывают легионеры, и в частности как раз таки Марсиаль. Ну и последний, наверное, корнер в первой половине. Мяч Руслан Шмурат в Дмитрию Неркову. Именно Нерку будет выполнять подачу. Здесь Асфандияров выигрывает верховое единоборство. А затем разряжая обстановку. Ларионов чуть было. Никиту Полетаева не отправил один на один с Денисом Коробковым, но здесь защитники Легиона оказались надежны. Что ж, дорогие друзья, один на один у нас на табло по итогам первого тайма. Отдыхаем пару минут и возвращаемся на стадион на Флоской улице. Теперь у вас появилась возможность приобрести любую спортивную экипировку, мечи и инвентарь ведущих мировых производителей с внушительной скидкой. Sportprint M Завершился перерыв в матче 27-го тура дивизиона 3А, в поединке, в котором встречается дубль Легиона и футбольный клуб Экспресса после 30 минут игры на табло. Ничейный итог 1-1. Легион владел игровым и территориальным преимуществом на протяжении всего матча, той части, которая уже. У нас состоялось, но свое игровое преимущество не удалось легионерам воплотить в преимущество на табло. Счет на 13-й минуте открыл Юрий Образцов дальним ударом по хорошей, красивой дуге. Но буквально всего спустя несколько минут Дмитрий Неруков сумел опередить в борьбе на входив в штрафную Андрея Ларионова и протолкнуть мяч в домик Александру Корневу. Были еще моменты на обеих половинах поля, причем шансы Экспресса выглядели не менее острыми, чем их соперника, но все-таки по игре Легион, стоит признать, выглядел поинтереснее. Но у легионеров есть еще 30 минут, чтобы доказать свое превосходство на поле. Александр Седов получает желтую карточку на первых минутах второй половины за грубую игру. для капитана красно-серых это уже не первый горчичник вообще, но вот в нынешнем сезоне впервые лучший снайпер дублирующего состава. Отмечается подобным образом в протоколе арбитра. Но вообще Александр Седов, футболист разноплановый, в зависимости от тренерской задачи, может исполнять разнообразные Позиции на поле. Вот, в частности, играя в опорной зоне в высшей лиге, в разы больше приходится нарушать правила Александру, что и приводит к большому количеству горчичников. Но вот, в дубле все-таки. Седов больше известен как игрок атакующего плана. Ну и понятное дело, что получить желтую карточку центральному нападающему в разы сложнее, чем тому же опорнику. Сергей Миронов ошибся в передаче на своей половине поля и подарил шанс сопернику. На этот раз выстрел из-за предела штрафной не завершился взятием ворот. Это ответ Легиона. Бычков пасует налево. Развивается атака большим числом у легионеров. Все футболисты, за исключением лишь голкипера, на чужой половине поля. И это шанс в ту же самую секунду и для экспресса. Если бы сумели они разжать свою пружину контратаки но пас а, в направлении Алексея Шамыгина вот получился именно что в направлении. Миронов откидывает мяч Белокрылову. Не рука в центр на Ефремова. того сразу же накрывают соперники. Но выходит из-под прессинга Ефремов. Седов. Обратная передача на Ефремова. И это похоже, что был удар в дальний угол. Возможно, и планировал изначально подачу Ефремов, но по траектории полет мяча смею предположить, что целенаправленно пятый номер легионеров направлял мяч за шиворот Александру Корневу. Андрианов. Мяч под ударной правой ногой и заряжает по мячу Павел Андрианов, ну, совсем не точно, меньше за пределы стадиона, отправляется. А тем временем у нас уже позади 5 минут второго тайма. Чет по-прежнему. Ничейный 1-1. Исходя из хода матча, наверное, ничейный результат больше придется по душе экспрессу. Но вот а, понятное дело, что в турнирной борьбе мирный итог не устроит а, ни одних, а, ни других. Александр Седов тем временем заводится все сильнее, и это вдвойне опаснее, потому что желтая карточка уже есть у Капитана легионеров успокаивают его уже даже свои футболисты. Ну а после перерыва, после перерыва, Экспресс атакует поинтереснее, стоит признать. При этом, правда, и в первой половине начала матча тоже получилось э, обоюду острое с той точки зрения, что Экспресс также играл э, от обороны, но в атаку ходил все-таки более часто. Отворот показывает главный арбитр встречи. Быстро разыгрывают мяч легионеры. Белокрылов и Ефремов. Отдает мяч обратно Белокрылову. Тот на финте уходит от соперника и получает по ногам. Вновь на кратке разыгрывает мяч легионеры. Миронов. Обратно налево. Здесь уже освободился от опеки. Белокрылов, пас вперед на Седова, отличная передача, Андрианов нужно забивать, но выручает свою команду голкипер, хорошая, красивая, великолепная комбинация красно-серых, завершается очередным загубленным моментом. Не подумайте, дорогие друзья, что я тут болею за Легиона, нет, ни в коем случае... Хорошие знакомые есть у меня в составах обеих команд. Ну и всегда я стараюсь сохранять нейтралитет. Но вот эта вот комбинация, безусловно, завершись она, она голом, могла бы претендовать на попадание в хит-парад лучших голов передачи на бровке. Но сейчас Легиону не до красоты на самом деле. Забить бы вообще. Время идет, счет не меняется. Понятное дело, что играть еще достаточно много времени. 22 минуты по меркам ЛФЛ это целая эпоха, целая веха. И не такие гандикапы отыгрывались. Ну а пока у нас штрафной назначает главный арбитр встречи заработал нарушение правил на себе Иван Андросов. И, судя по всему, сам же и готовится этот стандарт исполнить. Двух футболистов отрежают в стенку. Денис Коробков. Дальний удар, но это совсем не опасно. С левой ноги не удалось достать врасплох голкипера легионеров Ивана Андросова. Андрианов успокаивает мяч, опускает его на газон. В итоге сохраняет владение. Говорили мы в первом тайме о том, что не идут удары от ворот у Александра Корнева. Разыгрывая мяч, буквально сразу же отдают футболисты экспресса его сопернику. Но вот перерыв немного Охладил пыл команды. И вот пока получается получше, хотя по-прежнему процент владения мячом у легионеров колоссальный. Жалко, конечно, что у нас нету подобной статистики. Возможно, когда-нибудь технический прогресс дойдет и до трансляции матчей ЛФЛ. Но, думаю что даже самые ярые поклонники команды Алексея Шамыгина признают, что легионеры сегодня мячом владеют в разы больше оппонента. По игре выглядит поинтереснее, но, опять же, стоит признать, что, похоже, с самого начала Экспресс был готов играть от обороны. Очередные замены. Отправился отдыхать Никита Полетаев у «Экспресса». Легион моментально разыгрывает штрафной и сразу же направлял мяч в ту зону, куда еще не успел Анатолий Наносов прийти, заменивший как раз-таки Полетаева. Но ничего не удалось в этой ситуации извлечь из этого минимального короткого преимущества на ограниченном участке поля. Неруков играет на Седова. Того жестко встречает Лукашов. Седов пытается раскачать своего оппонента. Приходится и в третий раз обыгрывать его. Но тот в конечном итоге все-таки фалит. Но фалит буквально на лицевой линии. Это, наверное, чуть поопаснее, чем угловой, но все-таки не прямой. Удар отсюда прямым выстрелом, наверное, невозможно забить, особенно если еще и двух футболистов в стенку поставить. Но, тем не менее, выполнить нацеленную подачу на кого-то из партнеров штрафной, это всегда пожалуйста. Подача ну, точно в руки Александру Корневу, который зачем-то моментально выбивает мяч на чужую половину поля. Туда ни Анатолий Наносов, ни его партнеры перейти не успели. Вот сейчас с мячом Наносов. Серия финтов. Но ну, здесь сразу два футболиста его встречают, но выбирается из этой ситуации Наносов. А в итоге столкнулся со своим партнером, с Юрием Образцовым. И в итоге аут, который удалось из этой ситуации выжить Экспрессу, это, наверное, не самый плохой вариант. Но это дальний удар от Ивана Андросова. Футболист, который, являясь левоногим, играет на правой бровке. Очень любит он смещаться в центр и как раз вот такие выстрелы наносить. Но ну вот сегодня пока ему отличиться не удается. Не сказать, что и моментов было много. А здесь досталось. Досталось как раз-таки Андросову. Рефери назначил штрафной удар. Неаккуратен был Дмитрий Ефремов. От левой бровки... Попробуют создать остроту ворот Коробкова. На этот раз Андрей Ларионов. Дальний удар, но это совсем не опасно. Максимально прямолинейно и просто действует сегодня экспресс. Пока это дает результат. Возможно, при не самой яркой игре, но тем не менее удается команде Алексея Алексею Шамыгина сдерживать натиск своего оппонента. Но опять же, повторюсь, ничейный результат будет признан неудовлетворительным для обеих команд, но сейчас о нем не идет речи. Павел Андрианов ударом из-за пределов штрафной, не без помощи рикошета, выводит впервые легион в этом матче вперед. И случилось это ровно на экваторе второй половины. Теперь экспресс за 15 минут должен перестраиваться и какие-то нестандартные действия предлагать своему оппоненту, чтобы вскрыть его оборону. В этом противостоянии Экспресс еще не проиграл. Ну а по личным встречам у нас тем временем становится равным счетом И здесь грубейшая ошибка Максима Белокрылова, который зачем-то пропустил мяч под ногой. И один на один выскочил Алексей Шамыгин с первым его ударом. Коробков справился, но никто уже не мог помешать Шамыгину переправить мяч в незащищенные ворота. 2-2, меньше минуты пролидировал Легион в этом противостоянии и команды вернулись к исходной диспозиции. уже понятное дело, никто не хочет довольствоваться малым. И с обеих сторон слышны призывы играть на победу. Интереснейшая концовка встречи нас ожидает, дорогие друзья. 13 с небольшим минут до завершения матча. И ничейный итог не устраивает ни одних, ни других. Потому как конкуренты только и ждут, чтобы воспользоваться осечками своих оппонентов. В частности, Керамика в этом туре встречается с дублем Хайтека. Вентенформ сыграет с ОФК. Ну а кредитный отдел, как я уже говорил, будет соперничать с Восточным Дегуниным и постарается окончательно отцепить дегунинцев от борьбы за повышение в классе. Ефремов выигрывает верховое единоборство. Андрианов продлевает полет мяча. Седов не попадает по снаряду, пытается переправить его пяткой, но тем не менее продолжает борьбу и сохраняет мяч для своей команды. Андрианов поднимает зачем-то мяч, неудачно обработал снаряд брошенный из за боковой. Вот это все как раз таки и говорит об отсутствии игрового тонуса. Павел Андрианов, который, который долгое время. Являлся несомненным лидером команды. По определенным причинам последние несколько месяцев за нее не выступал. И все-таки форму подрастеля. Впрочем, это не помешало ему сегодня забить. Но пока этого гола хватает лишь для ничьей. Не дотягивается до мяча. Белокрылов. Хорошо, что скидка там. У Андросова точно не получилось. Иначе не сдобровать было Легиону. Еще одна атака, которая могла бы завершиться голом. Это, конечно же, все очень и очень неприятно для поклонников этой команды. Андрианов, судя по всему, оставляет мяч в игре. Ну а здесь у нас сейчас пойдут а, в дело горчичники. Не желал отдавать мяч своему оппоненту защитник экспресса, но, судя по всему, пока а, решила Нюхрев а, не нагнетать обстановку и лишь устным внушением ограничился. Пока с желтой карточкой только Александр Седов в составе обеих команд. Не оставят мяч в игре Руслан Ишмуратов. Было сложно его догнать после зажженной свечи от... Дмитрия Нерукова. Ларионов. Бросает мяч. Штрафнул его. Здесь было бы, наверное, лучше попытаться принять мяч Никите Полетаеву. Но тот э, решил попробовать пропустить мяч. Прошу прощения. Это 69 номер Юрий Образцов. Хотя здесь, конечно, уже э, футболисты могли все попеременяться футболками. Вот замечал я по ходу эфира, что во время замена несколько футболистов переодевались, отдавали игровую форму своим партнерам. В третьей лиге это не завершено. Да, это определенные коррективы в нашу работу журналистскую вносят. Но будем надеяться, что никаких критических ошибок по ходу сегодняшнего эфира я не допустил. Бычков. Уходит от отбора, но затем неточную передачу отдает. Сам же первым оказывается на подборе и проникающую передачу в штрафную отдавал. Неруков. И штрафной зарабатывает. Да. Было нарушение правил. Это прекрасно э, видел и главный арбитр. 9 минут до окончания этого матча. И крайне опасный стандарт у, у ворот Александра Корнева. Александр Седов отгоняет всех от мяча. Готовится пробить со штрафного до ворот, ну, метров 18-19, не больше. Седов бьет поверх стенки и вновь попадает снаряд, как и в первом тайме, в кого-то из игроков, находящихся в этой самой оборонительной конструкции. Угловой разыгрывают легионеры, подача, здесь никому не удается до мяча достать. Затем еще и Лукашов выбивает мяч из-под ноги у Дениса Бочкова, но не удастся, не удастся на Носову. Здесь первым оказаться на мяче. Дмитрий Неруков оборонцев подстраховал. Бочков умирает. Одного соперника идет на второго и получает. По ногам еще один стандарт. На этот раз... Александр Седов уступает правого удара своему партнеру. А легион быстро разыгрывает Андриана в пас штрафную. И Александр Седов а, с нерабочей правой ноги пытался переправить мяч а, в сетку. Получилось не очень, но здорово здесь а, легионеры разыграли этот стандарт. И еще один голевой момент а, создали. В концовке их будет не так много, уверен я, если уж по ходу матча «Экспресс» отсиживался в обороне и играл откровенным вторым номером, то нет никаких предпосылок для того, чтобы в концовке матча что-то изменилось, и «Экспресс» пошел играть на встречных курсах и добиваться победы. Фол в атаке. Первым был на мяче Александр Корнев, и уже из рук у него выбили мяч. С этим решением не спорит и Дмитрий Неруков. Ну а здесь ответная атака, ответный шанс. Но на этот раз вновь защита оказывается сильнее нападения. И Руслан Шмуратов не позволил отличиться своему сопернику. А это момент Дениса Бычкова и забивает Легион. Да, здесь формально гол будет записан на счет Александра Седова, лучшего снайпера команды, но... Не мог рисковать капитан легионеров, там защитники неслись на всех парах выбивать мяч с линии ворота, поэтому и добавил мяч в сетку капитан легионеров. 3-2 становится счет у нас на 24-й минуте второй половины. Совсем немного времени остается до завершения этого противостояния. Ну и сейчас, безусловно, придется экспрессу раскрываться и идти в атаку. Лукашов играет налево. Хорошая передача. А здесь в подкате Ишмуратов здорово действует и отбирает мяч у Ларионова. Мычков а, играет назад на Андрианова. Тот на Ефремова. Вертикальная передача. Седов, пятка. Нет, это лишнее. На Носов. Вот так идет экспресс. Вот уже и большим числом пошли. А здесь в подкате Павел Андрианов обезмячивает Алексея Шамыгина. Уходит и от отбора одного. На финте избавляется от Лукашова. Убирает вратаря. Ну, будет гол? Нет. Все-таки дорабатывает Александр Корнев. И не позволяет отдать передачу на пустые Ворота Павлу Андрианову. Будет еще один стандарт. И уже легионеры никуда не торопится. Оно и понятно. Дача. Бычков. Удар. Рикошет. Мяч не уйдет. За пределы поля. Остается он в игре. Белокрылов. На грудь мяч принимает. И разряжает обстановку Коробков, направляя снаряд на чужую половину поля. Где Андрианов спокойно опускает мяч с Ефремовым на газон и начинает новую позиционную атаку Ишмуратов? Попытка удара. Совсем не получилось пробить с разворота у Руслана Ишмуратова. Мяч уходит даже не за лицевую, а в аут. 4 минуты остается у экспресса до окончания этого матча, чтобы спасти хотя бы ничью. О победе уже, наверное, речь не идет. Лукашов надежен. Еще и точную передачу отдает, но здесь... Неруков жестко встретил Андросова и правила нарушил. Это совсем не опасная подача. Шансов забить после такого розыгрыша. Штрафного. Наверное, у Экспресса не было априори. Лукашов здесь будет первым на мяче. Играет направо. Андросов. Заброс штраф. Ну и момент. И не будет даже углового. Мяч после серии рикошетов оказался в руках у Дениса Коробкова. Еще один дальний выстрел. Оказался готов к нему Коробков и зафиксировал мяч с первой же попытки. Ну а теперь уже атакующая игра у легионеров разладилось. Впрочем, сейчас, опять же, оно и не важно. Теперь нужно оборонять добытое преимущество. Две минуты у нас остается до окончания. Основного времени матча, но очередная подача от Ларионова не получилась. опасной. Корнев быстро разыгрывает мяч с Шамыгином. Обыгрывает бросившегося на него бычкова, но затем передачу. Отдал неточную. Да, согласитесь, не самая лучшая игра в исполнении экспресса сегодня. Легион ведет в счете по делу. Шансы были. Шансы есть и сейчас, безусловно. Минута остается до окончания этого матча. Но «Экспресс» сейчас рискует второе поражение подряд потерпеть. А это падение, это пенальти. Да, нарушал правила Дмитрий Неруков. И сейчас, судя по всему, может состояться повторение истории с «Сиренью». Последняя минута, счет 3-2. И соперник «Легиона» получает право на 10-метровый удар. И Андрей Ларионов отправляется исправлять все свои ошибки, в частности допущенную в эпизоде с первым голом Дмитрия Нерукова. Разбег, удар и тащит этот удар Денис Коробков. Угловой зарабатывают футболисты Экспресса. Великолепнейшая возможность была сейчас уйти от поражения у Экспресса. Основное время матча у нас уже, дорогие друзья, подходит к концу. Разыгрывают этот корнер. Номинальные гости. А затем и нарушение правил в атаке. Еще и замены сейчас пойдут у Легиона. Тактические, безусловно. Павел Андрианов отправляется отдыхать. Понятное дело, что возвращающийся на поле. Михаил Федосеев проведет не больше минутного отрезка. Ну а Денис Коробков становится настоящим героем встречи. Спас свою команду от очередной потери очков. А сейчас чуть было, Легион еще один гол не сообразил. Но теперь нужно бежать назад. И даже Корнев пошел в атаку. И да, мне тоже показалось, что последним мяча после выноса Федосеева коснулся как раз Корнев. Ну и на этом все, дорогие друзья. Главный арбитр встречи дает свисток, возвещающий о том, что в центральном матче 27-го тура дубль Легиона добивается победы, драматической победы со счетом 3-2. На этой ноте, дорогие друзья, будем с вами прощаться. Вместе с вами за ходом этого противостояния следил Никита Лаврентьев. Встретимся на полях Северной Лиги и до свидания. Нанесение эмблем. Спорт